пытаемся дать вкусняшку. Скажи, неудобно. Скажи, неудобно? Возьми, попробуй. Ну, попробуй, возьми. 7 марта. Щеночек плачет. Кушай, куда ты пошел? А ну идем. Пошли. Сегодня 14 марта. Мы вышли с Лайки погулять. Сегодня такой солнечный день. Здесь рядом роща с клиникой. Вот гуляем. Лапка, к сожалению, идет под ампутацию. Красивый мальчик. Очень прошу, помогите оплатить, пожалуйста, передержку для Лайки. Столько боролись за него. Спасибо вам огромное, он жив, практически здоров, благодаря вашей помощи. Осталось немного побыть на передержке, окрепнуть и найти самых ответственных людей на планете, которые могут позаботиться. Лайкуша сегодня вообще просто ведет себя. Гулять не хочет. Все время лежит. Обиделся, наверное, что я ему вкусняшки принесла. Ой, так гавка, погавкай. Ой, покажи, как я гавкаю. Ой! Лапочка наша. Ой, лежит, дитя. Нельзя, нельзя. 31 марта. На улице прям очень тепло. Приехала в гости к Лайке сегодня проведать эту зайку. Привет, узнали, радостные такие. Привезла ему обработки, привезла вакцины и обработки от болевых клещей. Прыгает замечательно, по лужам тоже замечательно ходит. Вкусно, да, Лайка? Ну, вкусно. Только травы себе несли. Пойдем, Лайки, купаться. Пойдем, ой, блядь, чуть не упал. Лайки, пойдем. Купаться. Я тебя, если что, буду держать. Чтобы ты не потоп. Пошли.
Ну что ты? Не очень-то и рад, как будто, да? Да я размахнусь. Дай палка. Дай палка. Дай. А тут чтобы у меня рука не вывернулась. Это не метка, это просто я ставлю тут. Она тебя. Она тебя вот. Ты пошел далеко.